В тот же день двое из учеников шли в селение Маус, что расположено в 60 стадиях от Иерусалима, и говорили обо всем, что произошло. И когда они разговаривали и спорили, вдруг сам Иисус подошел и присоединился к ним, но они были словно в ослеплении и не узнали Его. Иисус спросил их: «О чем это вы говорите между собой по дороге?» Они остановились с печальными лицами. Один из них, которого звали Клеопа, ответил: «Ты, видно, единственный из пришедших в Иерусалим, кто не знает о том, что произошло в эти дни». «О чем?» – спросил он. «О том, что произошло с Иисусом из Назарета», – ответили они. «Он был пророком, сильным перед Богом и перед людьми в словах и делах. Первосвященники и наши вожди осудили его на смерть и распяли. А мы надеялись, что он тот, кто должен освободить Израиль. Но вот уже третий день, как все это произошло». «Однако некоторые из наших женщин удивили нас. Они пошли сегодня рано утром к гробнице и, не найдя там его тела, вернулись и рассказали нам, что им явились ангелы и сказали, что он жив. Потом некоторые из наших друзей пошли к гробнице и нашли там все, как рассказали женщины, но его они не видели». Иисус сказал им: «Как же вы глупы! Как медленно вы соображаете, чтобы верить всему, что предсказали пророки! Разве не должен был Христос пройти через все эти страдания и затем войти в свою славу? И начав от Моисея и всех пророков, он объяснил им, что было сказано о нем во всех писаниях». Когда они подходили к селению, Иисус сделал вид, что хочет идти дальше, но они стали уговаривать его: «Останься с нами, ведь уже вечер, день почти окончился». И он вошел в дом и остался с ними. За столом Иисус взял хлеб, благословил его, разломил и дал им. Тогда их глаза открылись, и они узнали его, но он стал невидим для них. Они стали говорить друг другу: «Разве не горело в нас сердце, когда он говорил с нами по дороге и объяснял нам Писание?» Они встали и сразу же пошли обратно в Иерусалим. Там они нашли 11 и тех, кто был вместе с ними. Те сказали им, что Господь действительно воскрес и явился Симону. Затем эти двое рассказали все, что произошло с ними по дороге, и то, как они узнали Иисуса, когда он разламывал хлеб.